Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим двухполосную коаксиальную акустическую систему от компании Focal, модель RCX570. Это идут овалы, так называемые, размер акустики 5 на 7 дюймов или 13 на 18 сантиметров. Поставляются они в фирменной упаковке. Давайте рассмотрим комплектацию. Внутри у нас находятся два динамика, они упакованы в отдельных коробках. Так, здесь у нас небольшая инструкция с характеристиками, рекламная документация. Откроем наши динамики. В комплекте у нас также есть металлические пластины и саморезы для фиксации динамика в посадочном месте. Один динамик, также второй. Мощность динамика составляет номинальная 60 Вт. Вот так вот выглядят. Посадочная глубина 6 сантиметров всего, они не глубокие, но в то же время мощные. Довольно-таки увесистый магнит. Корзина металлическая, штампованная. Все подключается по стандарту, плюсовая и минусовая клемма. Диффузор из полипропилена сделан. Подвес полностью резиновый. Защитных сеток в комплекте нету. Сопротивление данных динамиков 4 Ома, чувствительность 92 дБ. Дополнительные характеристики и стоимость данной акустики вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.